И мы поделим эти деньги поровну. Мальчики, вы тут губу не раскатывайте, этот чемодан наш. Значит, и деньги будут наши. Я вообще-то первая нашла. Да-да. Диан, мы скоро уже домой, я есть хочу. Как? Да, уже скоро будем дома. Я тоже, если честно, проголодалась. Мы целый день гуляем, а я уже проголодалась. Давай быстрее идти, у меня уже ноги болят. Давай, догоняй меня. Сейчас. Габа, ну мальчикам за то, что они обещали и не пришли, будет... Да-да, Диан, я им устрою. Диана, Диана, стой, смотри! Диан, я богата! Это я чемодан нашла! Капа, стоп! Диана, забираем чемоданы и бегом домой! Капа, мне кажется, нам лучше нужно держаться от этого чемодана подальше. Потому что мало ли за ним кто-то следит, и нас сейчас кто-то видит. Пойдем лучше домой, ладно? Пошли. Диан! Капа, что значит Диана? Я сказала, оставляем этот чемодан, он не наш. И пошли уже домой. Диан! Идем. Капа, стой! Ну, Капа, ее не переубедить. Возьму одну бумажку, все равно никто не узнает. Их уж нету. Так, возьму все. Это ж я его нашла. Капа, ты нормально? Я же сказала не трогать его. Так, Капа, все, я иду домой, ты, если что, не со мной. Диан, подожди. Это ж мы деньги что, нашли. Что, Кап? И что? А вдруг кто-то найдет и что-то плохое с ними сделает? А мы с тобой сделаем добро. Капа, какое добро? Это чужие деньги. Мы даже не знаем, кто их здесь оставил. Диан, какое добро? Диана, ты же любишь кошечек, собачек. Мы за эти деньги можем открыть приют для них. Ну да, это хорошая идея. Кап, но это же все равно не наши деньги. Диана, это ж мы деньги нашли. Если мы сейчас там оставим, кто-то другой найдет. И что с ними плохое сделает? А мы сделаем добро, откроем приют для кошек и собачек. Ладно, Кап, уговорила. Вот, Диана, правильно, молодец. Капа, тогда пошли быстрее уже домой, чтобы нас уже никто с этим чемоданом не встретил. Да, да, Диан, конечно, пойдем быстрее. Не привлекай, пожалуйста, к себе внимание. Диана, они нас обманули, они не пришли. Капа, сейчас я им покажу. Сейчас что-то заподозрят. А, да? Капа, значит так, проходим сейчас мимо, делаем вид, что мы их не заметили. Угу. О, привет, девочки, как погуляли? Ой, нагулялись сами, а нас обманули. Капа, мы делаем вид, что мы их не видим, пошли. Эй, девочки, что это у вас в руках? Мальчики, нам так повезло! Капа, ты молчи, ты уже, пошли домой! Так повезло! Капа! Ребята, а вам не кажется, что девочки одна что-то скрывают? Да, у них чемоданы доллары торчали. Да, я видел. Короче, у меня идея, давайте за ними проследим. Да, узнаем, что они от нас скрывают. Идем через кусты, чтобы нас не заметили. Да, пойдемте. Капа, в общем, нам нужно сейчас срочно разделить деньги, а чемодан выкинуть, чтобы не привлекать к себе внимание. Да, Диан, хорошая идея, давай. Давай. А то еще мало ли вдруг кого-то точно встретим. Диана, быстрее. Кап, да я стараюсь. Главное, чтобы нас никто не заметил. Не заметит, если... По-быстрому давай. Смотрите, да у них куча денег в чемодане. Да вот что они от нас скрывали. Погнали, пусть делятся. О, девочки, что тут у нас? Что, деньги считают? Ничего мы не считаем. Вообще, откуда вы тут взялись? Мальчики, вы ишли своей дорогой, так идите дальше. Вы с нами гулять не хотели, так все, до свидания. Не до свидания. Где вы чемодан с деньгами взяли? Признавайтесь, где взяли?
Мальчики, какие деньги? Вообще, о чем вы говорите? Здесь капельные инструменты музыкальные. Да, тут у меня гармошка лежит. Я в школу записалась. А придете к нам в гости, я вам сыграю. И на трубе, и на гармошке. Все, мальчики, идите, идите. Девочки, не надо нас обманывать. Мы видели, что у вас деньги. Давайте рассказывайте, а то мы полицию вызовем. Костя, не надо полицию. Надо. Мальчики, не надо полицию. Я вам сейчас все расскажу. Ой, мальчики, как вы же надоели. Вы вечно не вовремя. Мальчики, если бы вы с нами пошли гулять, то вы бы тоже нашли. Мы его там, чемодан нашли с деньгами, он там, на перекрестке. Так что все, мальчики, какие проблемы? Отстаньте от нас, мы сейчас домой будем идти. Не, девочки, вы будете делиться. Девочки, мы тоже этой дорогой шли. Если бы вас не было, мы бы этот чемодан нашли. Просто вам повезло больше, потому что вы первые. Что все, делим поровну. Мальчики, делиться с вами никто не будет. Мы эти деньги потратим на благотворительность. Да, откроем приют для кошек и собачек. А вы идите дальше домой. Да. Ага, так мы и поверили. Капа, все, берем чемодан и домой. Мальчики, а вы как хотите. Да, Ян, бери. Разошлись. Мальчики, дорогу дайте. Мальчики, дорогу нам, мы уходим. Девочки, я же знаю, вы завтра пойдете эти деньги тратить. Помады, духи. Костя, ты плохо нас знаешь. Нет, мы вас не пустим. Ах так, мальчики, тогда мы с Капой поступим вот так. Мы сейчас вместе с тобой, Капа, расклеим объявление и будем искать человека, который утерял эти деньги. Ни вам, ни нам. Правильно, ни вам, ни нам. Хорошо, клейте объявление. Но если хозяин не найдется, тогда придется делиться с нами. Хорошо, по рукам. Все, Диан, плакали наши мечты. Приют для кошечек, собачек. Где теперь жить будут? На улице? Капа, а мы не просто так чемодан отдадим. Мы его отдадим за вознаграждение. Все, пошли. Короче, девочки, мы с вами. Тоже будем клеить объявление. Ладно, идемте. Ну, вознаграждение тоже нормально. Да, хозяин чемодана даст нам половину суммы. И мы поделим эти деньги поровну. Мальчики, вы тут губу не раскатывайте, этот чемодан наш. Значит, и деньги будут наши. Я вообще-то первая нашла. Да-да. Ну что, давайте, клейте объявление, что вы ждете. Сейчас мы как бы место ищем нормальное, чтобы... Да, чтобы видно хорошо было. Вон площадка. Ну все, хватит, пойдемте в другое место. Костя, подожди, сейчас Диана приклеит и пойдем дальше клеить. Все, пойдем дальше. Диана, крепче клей. Стоп, сейчас. И давайте быстрее, темнеет уже. Диана, а номер ты точно хорошо написала? Он точно видит, кто потерял? Кап, вот номер, все прекрасно видно. Тот, кто потерял, нам позвонит. Все, хватит, много уже наклеили. Хоть бы хозяин не нашелся. Да, все, погнали домой. Сейчас придем домой и посмотрим, позвонит нам хозяин чемодана, не позвонит. Да, пошли там. Так, мальчики, если никто к нам не придет, деньги будут наши. Мальчики, а вы куда? Вот придет хозяин, даст нам вознаграждение за чемодан, мы вам позвоним. Да, мальчики, поделим вознаграждение. А сейчас пока весь уходите. Мы вам не верим. Будем ждать вместе с вами. Мальчики, вообще-то вас никто как бы не звал сюда. Мы вам не верим. Вы как только получите вознаграждение и забудете, что нас надо позвать. Ладно, мальчики, ждем всего лишь полчаса. Если через полчаса никто не придет, вы идете домой. Все, пойдем. Вот видишь, Диана, как гулять мальчиков не было. А как делить что-то, сразу пришли. Так, Диана, двигайся. Так, ближе ко мне все сядешь, чтобы вас хорошо видела. А то мало ли. Только мальчики, к чемодану даже руками не прикасаться. Да ладно, не будем. Интересно, а кто настоящий хозяин этого чемодана? Дима, хозяин этого чемодана покамест я. Я его первая нашла. Капа, и что, что ты его первая нашла? Ты там себе ничего не накручивай, подожди-ка. Короче, хозяин не придет. Купим себе новые мотоциклы и экипировку. Мальчики, губу закатите. Девочки, это мы купим на свою часть денег, а свою тратьте как хотите. Мальчики, ну мы хотя бы на полезное свои деньги потратим. Да, мы будем приют для животных строить. Кап, кто звонит? Я не знаю. Только не хозяин чемодан. Диан, мне тут номер звонит неизвестный. Кап, ну бери. Ты лучше не надо брать трубку? Кап, надо, бери. Алло.
Здравствуйте. Чемодан? Да, мы нашли. Да. Улицу спрашиваю. Мухобойная 45. Мухобойная 45. Да, ждем. Он сейчас приедет. А вы помните, да, что мы только чемодан за вознаграждение отдаем? А, хорошо, да, ждем. До свидания. Капа, это точно хозяин чемодана? Сказал, что да. Кап, а что он сказал по поводу вознаграждения? Сказал, что помнит, что там все написано было, понятно. Все, завтра новый мотоцикл. О, хозяин чемодана пришел. Диана, чего ты сидишь? Иди открывай. Вознаграждение хочешь? А я прослежу за чемоданом. Мальчик, не рассчитывайте. Зачем нам этот чемодан? Да, конечно, зачем? Здрасте. Здравствуйте, я пришел своим чемоданом. Ладно, сейчас. Ребята, там это, хозяин за чемоданом пришел, вот такой странный. Хозяин пришел чемоданом? Отлично, идем за вознаграждение. Мы тоже знаем мы вас. Мальчики, могли бы тут посидеть? Да, нет, мы с вами стоим. О, здравствуйте, а вы хозяин чемодана? А вы точно хозяин этого чемодана? Да, конечно. О, мой чемодан. Вы что, не видите? Черный хозяин, черные вещи, очки, шляпа. Это мой чемодан. Все, видим, видим. Конечно, вы хозяин. Берите свой чемодан, давайте нам вознаграждение. Yes, yes. Диана говорит, yes, yes. Если мы получим вознаграждение, делаем котики будут у нас жить, собачки. Вознаграждение. Что? Чупа-чупсы? Ну все, до свидания, спасибо!